И всем привет, мои дорогие друзья, подписчики и зрители моего канала. Меня зовут Александр, и я все еще продолжаю играть на сервере Eternal 15 XPV плюс мод, и все так же с модом Ark Eternal. Это уже последняя серия, а может, не последняя, ну последняя серия по тому, что у меня сейчас в голове. Но, как вариант, выйдет еще одна серия, так что не переключайтесь. Собственно, что же будет сегодня? Но для начала я хотел бы вам сказать маленькое объявление. У меня в группе я сделал две голосовалки. Я сначала их все написал в одну, но в итоге я сделал две голосовалки. В одной голосовалке там написано CS GO и Play Battleground. Выбираете одно из двух. И на эту игру будем собирать на стримах деньги. Ну, если захотите, так сказать, собирать на эту игру. Вот, если не захотите собирать, то как у меня появится время, я куплю ее. Ну, это не скоро будет. То есть, как только собираем на игру, на которую проголосовали, я сразу же и покупаю, и играем в нее. А вот, так, ну, как будет время, тогда и будем играть. Вот такие вот дела. То есть, тогда я уже и куплю. Это может быть и в осенью, так что сильно не обольщайтесь. Но суть в том, что выбираем шутан. А вторая, выбираем военку, потому что танки-танки, мне все пишут, танки-танки. Вот, поэтому выбираем между War Thunder и World of Tanks. War Thunder я уже снимал, World of Tanks я в свое время играл. Бесит меня что тот, потому что, как и в Warface, собственно, вроде бы играешь на начальном этапе, а тебя убивают все, кому делать нефиг. Вот такие вот дела. Голосуем и там голосуем, выбираем игры, которые будут появляться у меня на канале с периодичностью. Понятное дело, Warface, Panzer, Quake, это все будет появляться с периодичностью. Просто я вот захотел поиграть, допустим, в такую-то игру, я ее снял, я выпущу ролики. Захотел я поиграть в другую игру, я ее снял, я выпущу ролики. Вот, просто, так сказать, чтобы не было... Чтобы у вас был выбор, даже вот так, но больше. Чтобы у вас был выбор того, что будет на моем канале. А не просто вот захотел, короче, я Quake снимаю. Ну, я захотел Quake снимать, поэтому я Quake снимаю. Вот, да, все легко и просто. Поэтому, как бы... Если вам не безразлично, что у меня на канале, голосуйте. Ссылочку, пожалуй, оставлю, так что быть, оставлю в комментариях, ну, в группу ВКонтакте. Да на мою страничку зайдите, там такая же голосовалка, я сразу же ими поделился, этими новостями. Страничка ВКонтакте моя тоже такая хорошая оповещалка. У меня, кстати, спрашивали... Как их сделать, черт побери! На что я написал, типа, ну у меня же там есть на канале, смотри мои видосы. Он говорит, да я все видео пересмотрел несколько раз. Как их сделать, это божественно смешно. В общем, короче, ребят, все, весь контент по данному... Да, кроме джавсов. Я не хочу в воду окунаться, кроме бегемотов и джавсов. Про бегемотов я уже не раз сказал, они томятся, как обычно, динозавры. Вот, джавсов я не хочу искать. Ну, не хочу я их искать, просто не хочу искать. Вот, весь контент, который этого мода касается, у меня на канале. Абсолютно весь. И вот... Эта штука, про нее рассказываю. И про вот эту штуку рассказываю. Как их добыть, что дают и так далее. Все рассказывал. Даже как дюпать кровушку, тоже рассказывал. Как сердца дюпать, тоже рассказывал. Все рассказывал. Ищите в моих видосах на канале. Удачи. Стремитесь, и вы сможете сделать это. Ну, а сегодня я, чтобы, кстати, музычку решил на задний фон поставить пока что. Ладно, об этом потом. В общем, что же сегодня? Наконец-то Infernal Potion. Ну, наконец-то до него мы добрались, черт побери.
Infernal Potion. Да. На него у меня есть все ресурсы, кроме универсальных артефактов. Ну, это фигня, это сгоняю, налутаю, как бы. Даже можно пешком бегать. То есть вообще без проблем. Что еще? На, я ищу артефакты. Артефактов нету у меня. Вот, а, может здесь они у меня. Я сюда их тоже люблю складывать иногда. Нет, тоже нету. В общем, что... Да как-то где? Ну, начнем с того, что когда я серию закончил, только смотрю, опаньки. Ну, во-первых, у меня с какого-то перепоя здесь не покрашенный этот фундамент. Какого-то фига. Хотя я красил их все. Все я их переделывал. Во-вторых, как видите, кошака нету. Ну а в-третьих, где эта долбанная куропатка, которая у меня свистела, на крыше стояла, бесила. Тоже нет. Ну, кстати, да, ну, стенку это я сам стрелял. Я проверял, пушка когда мажется. Да, может, постройки. Просто я каменную постройку там с трех ударов снес себе стенку. Такая, опаньки. Вот. И, собственно, что я решил делать? Прайм Виверн томить. Да ну нафиг. Вы ее видели. Там, в видосах. Ну, я, конечно, характеристики Тайли не показывал, но вы ее видели. И тут я такой... Блин, да ладно, у меня же три Рекса. Три Рекса. Вот вы-то мне и пригодитесь. У меня два мужика, а это означает, да, будем одного делать инферналом. Да, собственно, там пара, все дела, а одного из них сделаем инферналом. 779 и 689. Будем делать мужиком... Ну, хорош срать в кадре. Будем делать мужиком именно... самого босяву по леву. Вот. Что? Да когда где? Сейчас за артефактами, я думаю, можно побегать. Кстати, по времени, если вы не хотите, типа, там, ждать и так далее, с телепортами. С телепортами вообще не проблема. То есть здесь можно просто сделать что? Стпхались. Не туда побежал, стпхались, залутали артефакт, прибежали на базу, то есть стпхались обратно, прибежали на базу, выложили, опять прибежали и так далее, и так далее. И по таймингу будет то же самое. Вот, ну это для тех, кто не может усидеть на месте. К примеру, я когда лутаю, я просто включаю какой-нибудь видос, смотрю на него, то есть, хоп, появился на экране, залутал, перекинул. Вот. Ну, так как мы сейчас на записи, я, понятно, это делать не смогу. Что я хотел сказать? Что-то хотел сказать, я уже забыл. Я что-то реально хотел сказать. Потом сказал, а, потом, короче, и забыл. Я лошара, короче, вот. Я не знаю. Черт побери. Вот такие вот дела. Ну ладно, я сейчас еще их подлутаюсь и продолжу. Глядишь, я, может, вспомню, что хотел сказать. Вспомнил, черт побери. А, черт. Это, блин, реально. Ну, я и думаю, чего-то же должно касаться. Обычных игр? Думаю, нет. Арка. А если бы арка, то что? И тут меня осенило. Блин, реально, я сейчас опять чуть не забыл, о чем хотел сказать. Честно, моя голова это просто кладезь знаний и фантазий, но проблема в том, что мысли друг друга перебивают просто на ура. Я думаю об одном, хоп, на другой переключаюсь, но вы это и сами прекрасно знаете. Вы смотрите мои видосы, особенно те, кто смотрит мои видосы давно, те прекрасно знают то, что я могу говорить, о! И все, короче, переключился. Так вот, о чем я хотел рассказать. Возможно, в новом сезоне я начну баловаться с монтажом. В том плане, что я буду записывать серию и монтировать. Немножечко монтировать, то есть добавлять музычку, менять музычку, переключать музычку на нужных моментах и так далее. То есть записывать буду полностью без музыки, а уже когда будет так, я, возможно, буду... Это занимает очень много времени. Это реально очень много времени занимает, и, возможно, арк будет выходить через день. Через день. Через день, понимаете? Через день будет выходить. Честно, не хотелось бы.
Не хотелось бы. Я уже привык вот это с понедельника по пятницу, арк, все дела. Я к этому привык уже реально. И не хотелось бы вас лишать вот этого вот всего. Я слышал, алло. Скидывал. Вот, не хотелось бы вас лишать серии и так далее. И, как бы, с одной стороны, и охота мне заниматься монтажом, и чтобы видосики были как-то интереснее. Да и вам будет интереснее смотреть. То есть... Там ускорил, там замедлил, так... Что-то типа того. Это интересно, это прикольно, но с другой стороны, не хотелось бы, чтобы как-то вам это было в минус. Посмотрим, сколько это будет времени занимать, посмотрим вообще, что это, как это будет и так далее. То есть, если все нормально будет... То есть немного времени будет занимать и в целом будет интересно, то я буду делать монтаж. Чуть-чуть в натуре, вот. Буду делать монтаж и без лишних заморочек. Так, у меня цветы находятся. А, ну да, точно. Я думал, почему у меня там цветов нет? Я же всех их изнахратил на этим. На хилке. Оп. 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 Отлично. Вот. И поэтому, если все получится, то я буду делать с монтажом. Посмотрим вообще, как будет, что будет. То есть, загадывать ничего не будем. Вот. И уже будем смотреть по факту, что да, когда, где. Потому что сейчас... Это просто пальцем в небо. Infernal Potion. О, быстро сделался, отлично. Вот. Как я уже сказал, я очень хочу сделать... заниматься монтажами. И знаете, вот я пересматриваю свои видосы, я понимаю, ну твою мать, ну не хватает монтажа, не хватает монтажа. Это просто дерьмово. Кстати, кого можно делать Infernal? Рекс. Prime Rex, Prime Виверна, Prime Саблезуб и как там Доминус Дудорекс. Их именно их можно делать этими. Ой, да ладно, прикол. Именно их можно делать. Ну алло. Опять козлёв застрял в фундаменте. Вот, именно их можно делать в этих... в инферналов. Эволюционировать. Погнали, да хорошки застревать. Рекс, конечно, это прикольно. Но это прикольно, это босява. Вот, поэтому давайте-ка сейчас вот... Так, ты у меня здесь не вкачанный нифига, да? Ты у меня чисто дефолтный. Отлично. Вот это просто здорово. Сейчас затестим дамаг до эволюции. И, конечно же, затестим дамаг после эволюции. А, ёпарасете. Я думаю, какого фига я себе на остров телепортировался. Ты ж... Вот у меня говноиды эти мелкие бесят просто. Так, пламя 12 тысяч. Сразу же такие тесты пошли глубокие. Опаньки, дамаг 50 тысяч. Все отлично. 50 и 12. Запомнили? Ну, я ж вас верю, вы это запомните. Так что с этим проблем точно не будет. Так, погнали. Обратно на базу. Все-таки эволюционировать будем там. Не, конечно, да. Лучше днем делать. Ну, последние серии мои всегда происходят ночью. Так что давайте уже не изменять традиции. Вот, в том плане, что будем делать все ночью. Ну, кстати, мне нравится, как у меня вход сделан, как обрамленный, да и в целом моя база прикольная. Мне нравится. Ну, она лагучая тварь, просто меня бесит. Так, ну-ка. И давай, короче, сделаем вот так. Сразу же, короче, в позу модели. А, так. Погоди. Вот так вот. Позу модели. Да. Теперь закидываем Infernal Potion. Забыл
Battle Demonic Energy Zone, да, канал. Кино. Слушай. А если так? А, ну я ж на CD, может из-за этого. Так-с. Управлять. Ну-ка, давайте-ка разбираться. Видишь, козел? Там про Мрэкс был написан. Так, интересно. А если снять седло? Написано... алло. Что-то меня выкинуло из инвентаря. No demonic energy. Юсон. Энни Дино. Интересно, все-таки какого фига? Так, если зажать, допустим, экипировать седло, это все чисто по дефолту. Если закидывал в тебя седлом, то опять-таки же все по дефолту. Интересно уже. А вот это уже реально интересно. Ну, я знаю, что последние изменения какие-то были, и что-то он, ленивый задница, не ввел эти изменения в Google документ. Но я же не думаю, что он как-то изменял то, что Рексы нельзя делать. Ладненько. Притомим Виверну. Да уж. Очень даже весело. Кажется, сервер лег. Кажется, все печально. Да уж. Короче, походу дело вот так вот глупо и скучно закончится этот сезон. Так сказать, игровая часть. Еще раз напоминаю, в группе ВКонтакте голосовалки две штуки. Голосуйте. Чтобы повлиять, хоть как-то повлиять на контент на моем канале. Ну, проголосуйте за КС-ку, то будем в КС-ку играть. А проголосуйте за Play Battleground. Почему бы и нет, будем в нее играть. Тем более, в нее бы я хотел поиграть больше, чем в КС-ку, если честно. Она мне как-то больше симпатизирует. Прикольно. Это и выживалка, это и шутер. Это, блин, это прикольно. Вот, а выбор из военки, War Thunder или World of Tanks? War Thunder, наверное, я в него играл, а по сути... там разнообразие, танки и самолеты. Но, с другой стороны, World of Tanks это World of Tanks, там развитие, танки. А может я во все буду играть, вот. Посмотрим. Кроме CSGO. Вот. Блин, я не знаю. Даже игра уже хочет, чтобы сезон заканчивался. Ну, не показал Infernal Potion. Пускай это будет для вас секретом. Вот. Ну, или смотрите у других ютуберов. Я не знаю. Я не знаю. По сути, нужно было просто заюзать бутыль. Почему он в Рексе не заюзался? Я не знаю. Что происходит? Я не знаю. Почему все это так? Я не знаю. Это настолько все глупо-тупо, что просто реально глупо-тупо. Такие вот дела. В общем, народ, вот такого-то окончания сезона. Не знаю. Что, да, когда, где. Если в сервак запустится, то я выпущу еще одну серию, где я все-таки заюзаю Infernal Potion. Если же нет, то на этом и будет уже все. Ну, а на сегодня я уже с вами точно прощаюсь. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайки, комментировать, голосовать ВКонтакте, в группе ВКонтакте. Ну, и все, на этом все. Всем удачи, всем пока. Всем счастливого добра. Наверное, сезон-то начнется со следующей недели, так что посмотрим. Может, немножечко отдохну. Посмотрим.
Ну, если я буду отдыхать, то я стрим обязательно запущу какой-нибудь по какой-нибудь игре. Так что там уже сможете позадавать свои вопросы. Все, на этом все. Всем пока.